Скоро наступит долгожданный праздник – Новый год. А какой же Новый год без елочки, без новогодних представлений, без Деда Мороза и Снегурочки? И чтобы этот праздник получился по-настоящему ярким и запоминающимся, обязательно должны присутствовать два главных его атрибута – подарки и сказочное новогоднее представление. В актовом зале Института психологии и образования для детей-преподавателей и сотрудников Казанского университета прошла новогодняя елка. Готовить ежегодно сценарий представлений стало уже традицией. В этом году главными героями сказочного представления стали принц и принцесса. Как вы заметили, в нашем сценарии один отрицательный герой – это Мышильда, которая у нас заколдовала нашу принцессу, сделала из нее мышку. Приходят сказочные герои, добрые, всем известные, всем детям, от мала до велика, так сказать, и помогают нашему принцу расколдовать принцессу. Мы общими усилиями сделали этот праздник, я думаю, он получился. Сказочные герои водили хороводы, проводили игры, старались заинтересовать каждого ребенка. Джин использовал немного своей магии, волшебными словами перекрашивал воду. Но самые смышленные маленькие зрители раскрыли все секреты. Там была краска, там фольга и краска. То есть ты поняла секрет фокуса, да? Мне больше понравилось танцевать в хороводе. А Дед Мороз, Снегурочка добрые были, хорошие? Да, добрые, хорошие. Маленькие гости, пришедшие на елку, попали на самый настоящий новогодний королевский бал. И вместе с Дедом Морозом зажгли яркие огоньки на елке. Яркие костюмы героев, интересный сюжет представления, а также талантливая игра героев создала у всех зрителей атмосферу доброй сказки. Долгожданные огни на елке зажглись, подарки получены. Дед Мороз и Снегурочка уже почтили своим вниманием. А это значит, что сказка и чудо в жизни этих ребят воплотилось. Анна Глазунова, Ленардо Влетьяров, Универньюз.